Сюда приезжают не только покататься, но в первую очередь получить массу впечатлений и пощекотать нервы на крутых склонах олимпийской столицы. За дозой адреналина приехала и москвичка Вика Еремина. Неудачное торможение привело к небольшой травме, благо отдохнуть есть где. Для этого на отдельной площадке разбросаны специальные мягкие коврики. Катаюсь уже 5 лет, в Сочи приехал первый раз. Очень нравится. Приехал, потому что движуха, много людей на одной волне, все одних тех же интересов. Очень здорово, трасса шикарная, просто не ждал такого от Сочи, честно скажу. Очень довольна всем, и попрыгать можно, поучиться, и покатать просто так, вообще супер. А вот райдер с 15-летним стажем катания Степан уже второй раз преодолевает 5000 километров для того, чтобы вновь пообщаться с друзьями, отдохнуть и набраться опыта на джип-линии. Это специальная площадка, где установлены фигуры для выполнения прыжков на доске. Сделано все для того, чтобы люди получали максимум удовольствия от катания. Плюс здесь собралась вся Россия, от Камчатки до Калининграда. Очень много райдеров, очень много старых друзей, суперская атмосфера, классная музыка. В общем, если есть сноубордический райд, он, наверное, находится здесь. Помимо тусовок, концертов, известных диджеев и других развлекательных мероприятий, большое внимание уделено обучению. В этом лагере не только опытные сноубордисты, но и те, кто только постигает азы катания. В помощь им профессиональные инструкторы, которые подскажут, как орудовать доской, как правильно тормозить кантом, а не пятой точкой, и помогут новичкам побороть самое главное чувство – страха. Предупрежден, значит вооружен, считают организаторы, поэтому все участники лагеря посещают лекции по технике катания и лавиноопасности, а также получают возможность продемонстрировать друг другу свое мастерство. У нас в течение лагеря проходит ряд соревнований для профессионалов, для любителей. Также каждый день у нас вечеринки в разных местах, в клубах, и днем у нас вечеринка наверху. Все здесь катаются, загорают, отдыхают, в общем, все отлично. Сноубордический лагерь завершится 5 апреля. Организаторы New Star Camp уверены, что в следующем году участников будет еще больше. Хотя о лагере уже не только говорят, но и поют. New Star Camp – это New Star Camp! New Star Camp – позитива хватит всем! Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.